يقول هذا الأخ أنه يسافر من دولة إلى دولة. Брат говорит, допустим, человек путешествует из одной страны в другую. نعم. فهذا السفر يعتبر عرفا. Это в обычаях людей называется сафар. يقصر فيه الصلاة الرباعية يعني الظهر والعصر والعشاء فقط. То есть он в этом пути он что сокращает до двух ракатов молитвы, которые состоят из четырех ракатов: это ظهر, عصر, عشاء. هذا إذا صلى منفردا أو صلى إمام أو خلف من يقصر الصلاة مسافر، لكن لو صلى خلف مقيم لابد يصلي بصلاته حتى لو أدرك من الصلاة ركعة. Это только в том случае, говорит, если он совершает молитву один, либо же в качестве имама совершает, либо же совершает за имамом, который тоже является путником. Но если он совершает за имамом, который является местным, он совершает полностью 4 раката, даже если он застал его в последнем ракате. До тех пор, пока вернется. هذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية. Это мнение шейха ислама ибн таймия. إنه لا يوجد مدة محددة. То есть что нет какого-то определенного количества дней, которые. طالما أنه مسافر. Пока он является находится в пути. لكن هذا يقول أنا هاجرت من بلاد الكفر. Ну, например, этот говорит, я то есть сделал хиджру, переселился из неверующей страны. إلى بلاد الإسلام. В страну мусульман. طب هل أنا الآن مسافر؟ Являюсь ли я мусафиром путником? نقول لا أنت مقيم هنا. Нет, говорит, ты уже все живешь. أنا نويت إيش الهجرة. وما ترجع الآن إلى بلاد الكفر. Потому что ты вознамерился сделать переселение, ты не хочешь возвращаться в страну неверия. وعلى العكس إذا بقي الآن في بلد الإسلام وأراد أن يرجع إلى بلد الأول هذا بلد الكفر يكون هناك مسافر أصلاً يرجع مثلاً لأوراق لشيء نعم. И наоборот, если он возвращается туда к себе на родину, чтобы какие-то документы поправить и так далее в страну неверия, то он там будет путником. فالسفر يرجع فيه إلى العرف. Поэтому все касается пути, то в этом возвращаемся к обычаю. يعني ما معقول الآن هذا يخرج من بيتي مثلاً. من حي إلى حي يقول أنا مسافر حتى الناس تضحك عليه يقول هذا ما هو سفر. Как некоторые, что выходит из одного района в другой, это говорит, я мусафир. Нет, люди смеяться даже будут. لكن من مدينة إلى مدينة هذا عاد سفر. Однако, что касается из города в другой город, то это будет сафар. بعض العلماء يقول هذا تقريبا 83 كيلومتر بعضهم. Некоторые ученые говорят, что это 83 километра. لكن هذا يقول عندنا في القرى هناك يعني الطرق غير معبدة. ونعد هذا السفر يعني من منطقة إلى منطقة. نقول هذا السفر. Допустим, где-то там село говорит, что у нас есть дороги, которые не сделаны, то есть сложные дороги, да, которые не покрыты асфальтом и так далее, не пройденные. И даже там из одного места в другое едешь, что это будет сафаром, будет путем. نعم. أما بعض الناس الآن أنت تعرف يعني يخرج من بلده ويريد هنا مثلا هذا البلد ويبقى 6-7 سنوات يقول أنا مسافر. Некоторые люди со своей страны выезжают, приезжают сюда, 6-7 лет находятся здесь и говорят, я мусафир, я путник. И он даже не собирается возвращаться к себе на родину. У него здесь дом. Все вещи здесь у него, все здесь. То это не путник.